Thank you.
Спасибо. Сколько Тёме лет? Вот сколько, 3 годика. Вот, большой уже стал, да? Как на Тёмины именины испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой ширины каравай, каравай. Кому хочешь выбирай. Она кивает нам ветвями, сверкает яркими огнями, а вместе с нею к нам придет веселый праздник.
Кто пришел? Кто это? Зайчик. И еще кто? Медведь. Что ж, надоело ждать мороза. Я так больше не могу. Я от Дедушки Мороза вкусного гостинца жду. Давай лучше поиграем. Друг дружку мы позагоняем. Медвежонок, ну давай поиграем. Слышишь, Мишка, отвечай. Думать, заяц, не мешай. Ну давай поиграем. Сам себя подогоняй, а меня не доставай. О чем ты думаешь? Дедушка Мороз придет, всем подарки принесет. А ему-то кто подарит? Радость кто ему доставит? Точно, Миша, будем думать. Можно что-нибудь придумать. Что же можно придумать? Вкуса ведь мы его не знаем. Придумал, придумал. Я морковку подарю, очень вкусную, свою. Ну а я мед, душистый, весь бочонок, вот. Меда лучше нет на свете, тебе скажут даже дети. Нет, морковка лучше. Нет, мед. Нет, морковка. Ну хорошо, и морковь, и мед подарим. Радость дедушке достанет. Он уже идет сюда? И сочней, ой, какой он вкусный. Точно понравится Дедушке Морозу. Как вкусненько. Нет, не видно Дедушку Мороза. Меду лучше нет на свете. Ха-ха-ха. Все ж морковочка вкусней, да и слаще. Ой, какая вкусная. Миш, а дай попробовать метку. А ты мне дай морковку твою. А где же Мишка? Мед. Да его же и съел весь мой рот. А где твоя морковка? Зубки сгрызли. Вот.